Сегодня мы рады представить в наших стенах большой исторический проект, посвященный последнему российскому императору Николаю II. Этот проект – результат нашего сотрудничества с ведущими российскими архивами. Мы очень рады сотрудничеству и надеемся, что оно будет продолжаться. На мой взгляд, вот эта работа дает возможность и архивам представить свои материалы, потому что далеко не каждый дойдет до архива, выпишет архивное дело и посмотрит. А здесь это представлено хорошо. Казалось бы, такая тема, которая уже всем известна, и трудно представить, что еще можно такого нового узнать. И тем не менее, в наших коллекциях мы всегда находим какие-то документы, которые могли бы быть интересны зрителям. В этом году мы с большим удовольствием приняли приглашение принять участие в выставке, посвященной 150-летию последнего императора Российской империи. Мы отобрали достаточно много материалов, но вот практически 100 фотографий из этой экспозиции – это из собрания нашего архива. Здесь представлены все виды фотографического наследия царской фамилии. Здесь находится мультимедийный экран, где вы можете более предметно познакомиться с частью фотографий, выставленных на выставке. Там у нас такой есть импровизированный кинозал, там вы можете посмотреть кинохронику. Более того, мы выпустили буклет, в котором находится статья о фотографическом наследии Романовых.